Рада вас приветствовать, мои дорогие друзья, на моем канале. Меня зовут Наира, и я являюсь целителем по космическим кодам. Вы спросите, что это такое? Это регулирование энергоинформационных процессов в организме. Ну, если совсем короче, то при работе на человека и при его исцелении происходит активация спирали ДНК и перепрограммирование негативной программы человека на позитив. Позже я выложу информацию о данном способе исцеления, ну а пока с удовольствием делюсь с вами практиками, которые действительно помогают людям поднять свои вибрации, и чем выше вибрации у человека, тем глубже его духовное состояние и жизнь его цветет во всех красках. Как избавиться от страданий? Данную практику желательно выполнять каждый вечер перед сном, а по возможности в течение дня, когда вы это чувствуете, что вольно или невольно стали источником диссонансных энергий. Останьтесь наедине с собой. Если хотите, закройте глаза. Направьте внимание внутрь себя. Мысленно соединитесь со своим божественным центром. Представьте себе, что там, в глубине вашего внутреннего пространства, в вашем божественном центре, есть сияющий источник света. Или вы можете представить это как чистейшей воды кристалл, бриллиант. Этот источник света способен нейтрализовать те диссонансные энергии, которые вы испускаете. Теперь вспоминайте те дискомфортные ситуации, какие были у вас в течение дня, и те чувства, которые вы испытывали. Не бойтесь вновь проникнуться к этим чувствам. Затем направьте на них свет из божественного источника. Или вы можете мысленно поместить эти чувства в ваш божественный источник света и наблюдать, как они растворяются, исчезают, трансформируясь в свет. Затем представьте себе, что вы находитесь в объятиях прекрасного белоснежного ангела, сияющего существа и света. Этот ангел – ваша божественная ипостась. Он стоит за вашей спиной и обнимает вас, окутывая божественным светом. Посмотрите на себя, человека, глазами этого ангела. Посмотрите его глазами на ситуацию, вызывающую у вас наибольший дискомфорт. Мысленно окутайте светом эту ситуацию. Увидьте мысленным взором, как она оказывается заключена в светящей сфере, в которой растворяются и трансформируются все диссонансные энергии. Снова мысленно вернитесь в свою человеческую ипостась. Поблагодарите ваше Божественное Я за помощь в нейтрализации кармы. Пусть в вашей жизни будет все хорошо.